Итак, линейка. Убедительная просьба, еще раз повторю, родители уходят за ограждение. Потому что у нас предупреждение о антитеррористической безопасности. На периметре никто не находится. Огромная просьба. Уходим за детей. Всем огромное спасибо за понимание. В связи с аномальной жарой, послушайте, пожалуйста, информацию. Если вдруг вашему ребенку в классе становится нехорошо, за каждой параллелью закреплен учитель. Подойдите, узнайте, что это за учитель у меня. Не с центрального входа, а с тыльной стороны ребенка, которому нехорошо, или с родителями, вы провожаете в медкабинет. Там открыты у нас три, соответственно, двери. Еще раз повторяю родителям. Убедительная просьба уйти за заграждение и дать возможность детям построиться. Thank you.